У жителей селения Троицкое в ходе обыска обнаружены и изъяты наркотические вещества и разнокалиберные боеприпасы. Обыскные мероприятия прошли в домовладении по месту жительства двух молодых парней 97-го и 99-го годов рождения. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и Центра кинологической службы МВД Ингушетии совместно с коллегами ФСБ России по республике изъяли 13 единиц боеприпасов и более килограмма героина. По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 и части 3 статьи 30 пунктом Г, части 5 статьи 228.1 УК РФ соответственно.